Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц и регулярный новостной первый весенний выпуск от Numerse Radio. За его поддержку благодарю Руслана А. Спасибо за поздравления, надеюсь, все так и будет. Если захотите присоединиться, ссылка на донат любым удобным для вас способом есть в описании, QR-код на экране. Недавно выпустившие новый трек «Стигмата» 7, 8, 9 и 12 марта сыграют долгожданные большие сольные концерты в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге. Лично я обязательно буду в Москве и вообще считаю, пропускать такое нельзя. Поэтому мы разыгрываем 2 бесплатных билета на концерт «Стигматы» в одном из 4 городов, какой вам ближе и удобнее. Для участия нужно сделать репост из нашей группы ВКонтакте, ссылка на него в описании. И в комментариях под этим выпуском написать «Хочу на концерт «Стигматы» в...» и дальше название одного из 4 городов на ваш выбор, куда вам было бы удобнее. Удачи! Обещают проверенные временем хиты и новые боевики. Увидимся! Друзья, всем привет! Ждем вас всех на наших больших сольных мартовских концертах, которые пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Помните, как прошлым летом мы радовались за ребят из Jane Eyre, которые со своим Джанком попали в качестве саундтрека в сериал The Boys, пацаны? Не так давно вышла очень популярная сейчас игра Atomic Heart, в которую в виде отсылки и пасхалки неожиданно попали Король и Шут. В одной деревушке можно наткнуться на компьютер, в котором будет письмо с содержанием лесника, где написано, что жителями поселка был обнаружен пьяный лесник в нетрезвом состоянии и приступе паники. А задание, кстати, называется «В заросшем парке». А еще что задержанный некий М. Горшенев, студент-натуралист, с гитарой на спине и взъерошенными волосами, в показаниях которого написано: «Замученной дорогой я выбился из сил», ну и дальше по тексту с пересказом всего сюжета песни. Разработана игра российским подразделением кипрской студии Manfish, так что неудивительно, но забавно. Кстати, для меня завтра, а для вас уже сегодня стартует новый сериал про группу. Кто успел посмотреть первую серию, поделитесь впечатлениями. Вышел новый аж 6-минутный трек «Идея Фикс». Он напоминает детскую считалочку и называется «Гори, гори» с горящим сердцем на обложке. Текст и подача, как всегда, душевные, местами подложены синточки, биточки, трещоточки. Есть скримик, есть саксофон, привет, Шрезерс. Припев классный, заставляет качать головой. Что касается концертов, 21 апреля «Идея Фикс» будут в Пензе, 22 в родной Самаре. И я знаю, что список городов будет пополняться. А что там у американских хэмарей? Escape the Fate сняли мрачненький клип на свой, выходивший месяц назад, трек H.A. Myself. Группа в настоящее время гастролирует в США, выступая в качестве хедлайнеров в рамках тура Rockzilla с Papa Roach, Fallen in Reverse и Hollywood Undead. Кстати, а вы знали, что значит сокращение H8? Мне вот пришлось погуглить. Что там по локальной российской сцене? Переносимся в Калугу, где парни из метал-формации Last Trial выпустили альбом Chronos. Парни играют Melodic Death, но не классический, а сплав финской и шведской школ, но с модерновым подходом и нетипично тяжелым и вариативным вокалом. Треки огонь, под них хочется трясти головой, куча рификов, солячков, вокалы, барики, все классное. 4 из 8 композиций на альбоме с гостевыми вокалистами и вокалистками на фитах. Чувствуется, что в эту пластинку вложено много сил и стараний, получилось достойно. В ностальгической рубрике с отгадыванием сегодня фрагмент клипа на трек с пластинки, вышедший, только вдумайтесь, в 99 году, 24 года назад. Кто помнит этих канадских девчонок, мне однажды посчастливилось побывать на их концерте, напишите в комментарии. Что касается розыгрыша премиальной подписки на 180 дней на Яндекс.Плюс, Амедиатеку и Море ТВ,
Я в прямом эфире провел его на стриме программы «По заявкам». Видео есть на нашем канале. Победил человек по имени Андрей Тройницкий. Так что выйди на связь, чтобы получить приз. Напиши мне что-нибудь в комментариях под этим выпуском. Ну и сегодня у Номерс Радио день рождения, исполнилось на секундочку уже 11 лет. Все эти годы мы рассказываем про музыку, освещаем концерты, разыгрываем билеты на эти концерты, делаем всякие разные интервью, чтобы не было скучно, и прочий музыкальный движ. Спасибо, что остаетесь с нами. Если у вас возникнет желание сделать нам подарок в этот день и в ответ тоже поддержать копеечкой, ссылка на донат любым удобным для вас способом в описании, QR-код на экране. Словам поддержки в комментариях, если мы их, по вашему мнению, заслуживаем, тоже будем рады. Прощаюсь, обнимаю, до новых встреч. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо.